Доброй ночи всем. Ночь на понедельник, с прощенного воскресенья. В общем-то, прощенное воскресенье подходит к концу. Кто-то как-то спрашивал у священника, когда заканчивается праздник, правда, это был католический. Он сказал, что так сразу после 12 не обрывается, где-то к утру гаснет. К тому же, где-то еще масленица только начинается. Мне написали. И посмотрим, что нам за эту масленицу. Нам пришел подарок от богов. Каждый обращался к Богу по-своему. Ну, в данном случае мы спросим у северных богов и у славянских на рунах. Беру зеленую руну, чтобы пришел подарок. У нас берканы перевернуты. И Ансус. Ответ тут такой, что время материальных приобретений еще не настало. Несмотря на то, что руна зеленая, но берканы у нас перевернуты. Наше материальное приобретение еще задерживаются. Но зато тут хорошая новость, что Ансус, что ваши молитвы, ваши обращения, ваши ритуалы, кто что мог, они услышаны. Кто обращался в прощенное воскресенье, но, может быть, еще не материальное, потому что не погасли энергии прощенного воскресенья. Ваши ритуалы услышаны, Ансус прямая. Ваши молитвы услышаны, ваше обращение услышано, и Бог их получил. Даже если вы обращались к ангелам, к архангелам и к святым, к духам, все равно они передали Богу и услышал их Бог. Вот что тут конечный смысл. И вам придет подарок от Бога, каждому от своего, поэтому говорить конкретно не буду. И придет подарок по перевернутой беркане. Это молодость, это красота, это беркана, это рост, расширение. А тут это пойдет в обратное, в омоложение. Чем мы моложе, тем, естественно, мы красивее, лучше кожа. Вот тут как это обратный процесс, регенерация пойдет. Тут запустилась регенерация. И, кстати говоря, вот с таким переходом Плутона в знак, это очень сочетается. Плутон – это регенерация. Когда он меняет знак, это вспыхивает. С одной стороны, это регенерация, могут быть опухоли, между прочим. Это негативное проявление той же берканы может быть. Но не с положительный ансус, тут этого не будет. Это росты опухоли и в то же время это омоложение. Кто что получит, скажем, кому как повезет в лотерее по генетике, по предрасположению. Вот тут он здесь повезет. И еще это подавление опухолей тоже. Вот такой подарок, омоложение. И подавление вот таких негативных отложений, как опухоли, доброкачественные и злокачественные. Вот такой подарок. И причем это не на неделю, а вот именно от прощенного их воскресенья. Вот такой пришел ответ. Я эти руны оставлю до утра, чтобы они полежали и напитали. Когда я выставлю, уже это прямо как ритуал пошел. В общем-то, пошло ритуалом. Но я передала вам, передала от Фрейра. Он, кстати, бог красоты. Еще помимо всего. Вот такой у нас получился расклад на рунах. И ритуал похоже. И на этом я прощаюсь, передала.